Здравствуйте, меня зовут Алексей Видов, и это программа «Кво Вадис», «Камо Гридеши». Сегодня мы будем обсуждать актуальность романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Эту программу нас побудил сделать отрывок из дневниковых заметок журналиста, церковного и общественного деятеля Владимира Легойды. Вот что он написал в дневнике. «Современный человек все больше напоминает уайльдовского Дориана Грея, причем практически буквально. В 50 выглядеть как в 30 – легко. А что внутри, так ли это важно?» 123 года назад Оскар Уайльд опубликовал свой единственный роман «Портрет Дориана Грея». Написал он этот роман всего за 3 недели, и после публикации это был такой эффект разорвавшейся бомбы. Более века прошло. Актуален ли этот роман сегодня, Валерий Константинович, как вы думаете? Мне кажется, актуален. Почему? Потому что, хоть Уайльд написал этот роман наспор, его обвиняли в том, что он в основном пишет сказки, комедии. Но наспор написал роман, действительно. Я помню мой разговор с Михаилом Ивановичем Царевым в то время, главой Малого театра. Директором Малого театра, да, и так далее. Когда у меня родилась идея поставить этот спектакль в Малом театре, были исполнители, да я и сам тогда еще мог играть эту роль. И он сказал: «Уайльд, это не классика». Он сказал: «Ну, это своеобразная точка зрения». Вот прошло время, классика. Всегда жизнь – это поединок добра и зла. Но в данном случае, вот, к сожалению, мы, опираясь опять же на мысли Уайльда, который, ну, как бы очень жестко показал личность в ее борьбе содержания и формы, и победила, казалось бы, форма. Старел этот портрет, все язвы и все пороки были на нем. Молодой человек оказался таким же вот прекрасным, все, но в результате он все-таки его убивает в конце, потому что это невозможно. И я думаю, что если взглянуть, мой коллега по передаче «Пластический хирург», да, это замечательная профессия, дай бог вам сил, здоровья и таланта, но в жизни за все надо платить, за все. Я вот исповедую эту точку зрения, что самое главное все-таки – это духовный мир человека. Но вот чувство меры как раз должно присутствовать у пластического хирурга. Игорь Валентинович, вот вы ощущаете актуальность этого романа в профессиональном плане? Ну, я не специалист по Оскару Уайльду, я специалист по пластической хирургии. Поэтому что я хочу сказать? Я во многом согласен со своим собеседником, уважаемым мною, но я хотел бы подчеркнуть, во-первых, внешний вид и внутреннее наполнение – это не противоречие друг другу. Более того, если вы знаете, что очень часто красивые люди, они добрее. Ведь человек, который некрасив, он скрывает в себе такую злобу, такую зависть на весь окружающий мир. Меня часто спрашивают: а бывает, что вы отказываете? Да я этим занимаюсь целый день. Пациентам вам не нужно это делать, вам это нет никакой потребности, вы и так хороши. Понимаете, оперируем десятую часть из тех, кто приходит. И действительно, бывают такие ситуации, действительно, с уродствами, и у кого-то с лицом проблемы, кто-то в аварию попал, у кого-то осколки вынимаем после этой аварии. Вы на меня смотрите, такое ощущение, что я вам должен что-то ответить. Если разрешите, знаете, сегодня вместе с нами настоящая королева красоты, и мне хочется у Виктории спросить, волнует ли ее проблематика романа «Портрет Дориана Грея»? Ну, я тоже считаю, что это актуальная тема на сегодня, потому что очень много доступно, очень много позволено, и за этим всем люди как раз забыли, ну, достигшие, да, многих успехов в своей жизни, они забывают о душе, о моральных ценностях, ну и о том, для чего нужна настоящая красота, да, для помощи, для благотворительности, да, для, ну,
каких-то благих дел. Это вы как мисс Москва заявляете про помощь, благотворительность. Как мисс Москва, как вице-мисс Земли заявляю об этом. В общем, ну, потому что я очень много времени в своей жизни посвятила как раз благотворительным акциям, и вся моя жизнь, в принципе, непосредственно связана с красотой. Поэтому я, наверное, много об этом знаю. Вы знаете, более 25 раз экранизировался роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», и одна из экранизаций была осуществлена в Советском Союзе. Это постановка Центрального телевидения, 1968 год, и роль Дориана в этой постановке исполнил народный артист России Валерий Бабятинский. Давайте посмотрим ключевой монолог лорда Генри и Дориана. Молодость – это единственное богатство, которое стоит беречь. Я так не думаю, лорд Генри. Теперь вы, конечно, этого не думаете. Но когда вы станете безобразным стариком, вы поймете это с неумолимой ясностью. Теперь, куда бы вы ни пришли, вы всех пленяете. Но разве так будет всегда? Вы удивительно хороши собой, мистер Грей. Не хмурьтесь, это правда. А красота – один из видов гения. Вы улыбаетесь. Ну что ж, когда вы ее утратите, вы не будете улыбаться. Минет молодость, с нею красота. И вот вам вдруг станет ясно, что время побед прошло. Или вы будете довольствоваться победами столь жалкими, что в сравнении с прошлым они вам будут казаться горше поражений. Щеки ваши валятся и пожелтеют. Глаза потускнеют, вы будете страдать ужасно. Так пользуйтесь своей молодостью, пока она еще не ушла. Ну, по-моему, тут я не согласен с лордом Генри, вы практически не изменились. Где вы прячете ваш портрет? Мой портрет? Вы знаете что? Главное у человека – результат работы его души. И поэтому это главное. Любой человек, самый безобразный, когда он улыбается или когда он совершает добрый поступок, он преображается. Александр Вячеславович, как с православной точки зрения вообще смотреть на этот роман и вот на такой провокационный монолог лорда Генри? Кажется, что вот без красоты больше и не душу отдам за то, чтобы быть вечно молодым. Но между молодостью и красотой все-таки есть разница, это разные понятия. Церковь занимается красотой 2000 лет. Вот, собственно, красота, если так сформулировать, это зримая сила истины. Это выражение совершенства. То есть мы понимаем, что что-то красиво, мы это чувствуем тогда, когда вот мы способны воспринять это совершенство. Не всегда и не любое совершенство можно воспринять. Это зависит от понимания. Ну, не все же смотрят сейчас даже того же Дориана Грея. И не все его читают. И ну, не потому, что это плохое произведение. Я, конечно, у меня свои претензии к этому роману. Но, понимаете, почему это все-таки классика, как совершенно справедливо было сказано? Потому что там есть правда. Человек, по учению церкви, это не отдельно тело и не отдельно душа, а это то удивительное сочетание, чудесное сочетание тела и души, которое вместе, собственно, и составляет человека, составляет нашу личность. Внешняя красота, внешняя привлекательность, внешнее совершенство без внутреннего обречено. И, в общем, об этом роман. Внешняя красота без внутренней, она закончится точно так же, как, в общем, портрет Дориана Грея. Там просто в художественной форме представлено то, что случается с каждым человеком. Угу. Просто портрет – это душа этого Дориана Грея. Главного героя. Самое время посмотреть как раз еще один фрагмент из постановки. Как это печально. Я состарюсь, а мой портрет будет вечно молод. Он никогда не станет старше, чем в этот июньский день. Ах, если бы могло быть наоборот. Если бы старился этот портрет, а я всегда оставался молодым. Ох, за это я отдал бы все на свете. Ничего не пожалел бы.
Душу бы отдал за это. Портрет станет моей совестью. И никто больше не увидит его. Виктория, вот для вас эти сцены что-то значат? Вот и даже первый монолог лорда Генри, что пройдут годы, щеки валятся, взгляд потускнеет. Вы это понимаете? Мы Викторию представили, мы так живо все описали. Не знаю, мы без удовольствия это... Не, ну я по-другому на самом деле отношусь к возрасту. Я считаю, что с возрастом человек становится лучше, краше, его внутренний мир становится богаче, опыта и мудрости больше. Поэтому как он может быть некрасивым, я не знаю. Я вижу только красоту в возрасте. Но вы готовы все на свете отдать для того, чтобы продлить свою молодость и красоту? Вот такой провокационный вопрос мне задали. Виктория нам рассказала такое, что ему сразу вспоминаются замечательные слова «не верю». Вот не верю. Она так сказала убедительно, я не верю. Смотря чего мне это будет стоить. А так, в любом случае, соблазн был бы у каждого, конечно. Так как этому противостоять? Возможно, затормозить процессы старения? И целая наука, да, конечно, зачем? Существует. Значит, мне никогда не нравился этот роман, потому что он как-то вот опускает смысл и значимость геронтологии. Потому так. Как он это использует как его, если хотите, литературный прием, чтобы продемонстрировать то, что действительно надо продемонстрировать, что для того, чтобы думать о продлении жизни, нужно быть определенным развитым в моральном отношении. То есть, если предаваться тем порокам, то зачем нужна эта продолжительная жизнь? Она не нужна. У замечательного поэта Андрея Дементьева есть строчка: «Нас старят не годы, а беды». Вот геронтология, наука как наука, с этим согласны или нет? Что отставляет отпечатки на наших вот, лицах понимаете, со временем? У нас как бы сейчас весь разговор пошел какой-то такой вот, ну, как бы... Ну, правильную беседу. И для нас говорить, что нужно, не нужно предаваться грехам, как вот показано в фильме, или там, как вы, наверное, представляли, да? Это мы и так знали с детства, понимаете? А вот сейчас есть возможность затормозить этот процесс старения хотя бы для лица, да? И это здорово. То есть этим пластическая хирургия на самом деле показала, что вот то действительно безобразие, которое творится с человеком, когда прекрасная девушка, ну, вы уже все описали, да, превращается... Причем, это Вальт описал, я только процитировал. Важно, вы в данном случае это все конкретизировали. Это так оно и есть. Очень красивые девушки превращаются в очень страшных старух. Вот, ну что делать? Но мы... Это уже понимаем и ощущаем, что это можно исправить. Вы сказали, что вы действительно верили и знали, что вот действительно человек должен быть внутренне красив. Да. Но как добиться этой внутренней красоты? Это, извините, не коммунизм, не либерализм, не демократия, ничто. Этого не говорит. Церковь об этом говорит 2000 лет. Я почему сказал, что церковь занимается 2000 лет красотой? Центральный монашеский труд, главная, так сказать, настольная книга монаха, называется «Добротолюбие». Так вот слово «доброта» это дословно в греческом языке это красота. Красота. Это красотолюбие, любовь к красоте. Просто в русском языке, в старом, ну, через церковно-славянский, вот добро и красота – это было одно и то же. Это были синонимы. Просто человек, согласно церкви, живет вечно. Он вообще создан как вечное существо. Смерть, болезнь, ну вот как следствие греха – это не то, что заложено в человеке. Наталья Евгеньевна, объясните мне, почему вот это вообще нормально для человеческой психики бороться за свою молодость, несмотря ни на что? Либо это все-таки отклонение какое-то? Вообще я бы сразу разделила побег за молодостью или побег за красотой. Как человек религиозный, а я его готова поддержать. Да, очень рад. Вот. Но я сразу хочу разграничить, потому что, поскольку я приверженец и медицинских как бы наук, сразу хочу сказать, что законы биологии таковы: пока наше тело воспроизводится, оно может жить. Как только оно перестает воспроизводиться, в природе оно не нужно.
Оно не нужно, оно разрушается. Если сравнить старые времена, то, в принципе, человек старел гораздо раньше. К 30 уже был никуда. Если мозг стареет, то никакая пластическая операция не спасет деменцию. Извините. Это уже крайности, да. Ну, что, собственно говоря, в медицине есть еще такая вещь. Люди, страдающим некоторыми психическими заболеваниями, отторгают собственное тело, не принимают и все время хотят его переделать. Есть? Да, есть такая группа людей. Причем я в своей практике стараюсь их отсекать на первом же этапе. А много вот таких сумасшедших, которые вот готовы, несмотря ни на что? Я бы не назвал их так вот сумасшедшими, но действительно есть люди, которые предъявляют не... достижимое и не всегда даже понятные пожелания. На первом же этапе хирург старается их отсечь в таком нежном, таком вежливом плане, перевести, давайте через год-два встретимся. Чаще всего они уже эту тему забывают. Такая категория людей есть. И их оперировать нельзя, нецелесообразно, потому что это будет в любом случае недовольство результатом, будет жалоба, будут хождения вокруг этого врача с пожеланиями дальнейшими. У каждого свое. Мне запомнилась женщина, когда она зашла, я был поражен, чем... То есть большая часть черепа, 2/3, у нее вдавлена сантиметра на 3 вовнутрь. Обычно спрашиваю, что вас привело ко мне? Я ее спрашиваю, наверное, по поводу черепа, вот, травматического повреждения. На что она мне отвечает? Нет, это меня не волнует абсолютно. А вот здесь вот у меня красное пятнышко, вот оно мне то есть все всю жизнь очень отравляет. Индивидуально. Поэтому вот... Этой женщине мешало красное пятнышко. Кому-то мешает еще что-то, третьему еще что-то. Если мы убираем вот эту доминанту, которая давит, которая сдерживает и творческие порывы, и, не знаю, построение семьи. У меня были две пациентки, мать с дочерью. Я сначала прооперировал дочь, ей лет 40. Вальгусная деформация стоп, то есть когда вот так вот деформация на костной ткани, врожденного такого практически с юных лет. И вот эта женщина, ну, ей лет 36, вот так, около на четвертом десятке, она мне сказала, я из-за этих ног не вышла замуж, у меня не было кавалеров, я ни с кем не соглашалась танцевать, я не выходила. Я понял, тут больше психологическая я проблема. Ее прооперировал, она через 3 месяца вышла замуж. Я прооперировал мать, и мать вышла замуж. То есть это не шутки, это абсолютно... То есть у них была стерта доминанта, которая мешала, которая они раскрепостились, их душа стала свободнее. Они смогли себя реализовать. То есть мы можем говорить о том, что после того, как они меняют свой внешний облик, у них и внутри что-то происходит с ними, они возрождаются причем духовно. Причем это не только то, что мы видим, то, что человек то, что они сами сам, про себя еще потому что знают. Меня абсолютно не смущали ее там деформация ног. Я не считаю, она нормальная, импозантная женщина, но ее это очень угнетало. Александр Вячеславович, можно я еще продолжу? Да. Буквально минуточку. Я просто хочу закончить мысль по поводу молодости. Ведь в «Дориане Грее» там просто инфантильный человек. Давайте незрелый. Вот как раз посмотрим еще раз фрагмент и потом продолжим о «Дориане Грее». Так вы полагаете, Безил, что только один Господь Бог может увидеть душу человека? Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу. Вы сошли с ума, Дориан, вы ломаете комедию. Вы не хотите? Так я сам это сделаю.
Вот что это? Алексей, я прошу прощения, но мы уклонились от темы, мне кажется. Все-таки тема романа, она в балансе между духовным и телесным. Об этом там идет разговор. Но, тем не менее, на сегодняшний день век уже прошел. Век, а роман существует. Он существует, потому что существует эта тема. Христианская церковь, как и прочие религии, тысячи лет занимаются этим. Результат тот же, к сожалению. Потому что, не знаю, человек вот как создан, он из праха, так он прахом и остается. Толстой сказал, человек состоит из добра и зла. Что в данную минуту перевесит, такой и человек. Замечательный пример знаменитого скульптора итальянского Бенвенуто Челлини, когда он объяснял своим ученикам, что такое соответствие, что такое вот этот баланс. Он взял форму всадника, бросил туда вилки, ложки серебряные, переплавил, но температура кипения была недостаточная. Да? И в результате изумительная скульптура состояла из копыта торчала вилка, из уха лошади торчала ложка и так далее. Не было этого баланса. Вот мне кажется, об этом идет разговор. Ну, на кой ляд мне нужна ваша бесконечная жизнь? Я уже сейчас, мне мало интересно жить, ну, не совсем, сейчас лукавлю немного, но тем не менее, потому что моих сверстников нет. Вот вы попались на дороге, я обрадовался. О, он понимает, что такое кусок хлеба черного, он понимает, что такое экономить, он понимает, что если налили тарелку, надо ее доесть, потому что мы дети военного поколения. Мои дети не понимают. Ну, не доедай, вылей там чего. Они уже, это другое поколение, там и так далее, и так далее. Поэтому церковь и занимается этим много лет, воспитывая человека. Вот мне кажется, что смысл романа, он заключается вот в поиске этого баланса, этой гармонии. Дориан не обрел гармонию. Он потянулся за тем, что сейчас вышло на первый план. Внешнее. Огромное количество товаров, огромное количество соблазнов, дешевых. Мы похожи на папуасов, которым показывали зеркальце, и за это выменивали, если вы вспомните, испанцы, португальцы вымеливали золото, вымеливали там минералы какие-то ценные и так далее. Понимаете, вот нас мусором этим засыпали страну, и мы в восторге были полным. Вот маятник пошел обратно уже. Мы уже начинаем понимать, ой, нас обманывают, пищу нам дают плохую, воду нам дают плохую, оказывается, не то, что нужно, и так далее, и так далее. Но вот за погоней вот к этой гармонии человек иногда забывает о самом главном, о том, ну, о чем вы говорили, о добре. А? Да, и Виктория, за погоней как раз за этим самое главное в нашей жизни, любовь, да, она ушла на какой-то второй, третий, четвертый, пятый план. Ну, смотря что вы подразумеваете под этим любовь, словом. Любовь, любовь к Богу, любовь к ближним, любовь к детям. Ведь когда в жизни есть любовь, когда вы умеете дарить любовь, когда вы умеете принимать любовь, многие проблемы, да, даже с которыми приходят к пластическому хирургу, они уходят на дальний план. И, наверное, даже вот те женщины, да, там, с ногами, которые к вам пришли, если бы их любили, если бы они любили, они бы не думали об этих ногах и всю жизнь. Но ведь перед тем, как идти к хирургу, вы зайдете сначала к духовнику и скажете: «Господи, помоги, чтобы все было хорошо под его ножом». Вы все равно обратитесь к духовному. А вторая заповедь, как известно, возлюби ближнего, как самого себя. Вот та самая любовь, о которой вы говорите. Александр Вячеславович, и все-таки вот церковь как относится сегодня к пластической хирургии? Все-таки как-то лояльно, либо нет, либо это как-то вот нехорошо. Все-таки есть образ Божий, а мы тут его корректируем. Ну, по поводу отношения церкви, я лично не испытывал никаких антипатий. И посмотрите, какие, когда заходишь в храм, как все красиво, и какие наряды. И нам всегда приятно посмотреть... Налицо эстетически прекрасное. Тот, кто нас ведет к этому, его красота тоже имеет значение, если мы исправляем дефекты. И более того, я хочу подчеркнуть, что вот мы сейчас обсуждаем, если взять, допустим, монетку, мы обсуждаем, что какая сторона ее должна быть. Одна она или из вторая. Двух сторон. А ведь если одной стороны не хватает, то монетка уже не настоящая. Вот об этом мы говорим. Если у человека есть одна красота, и у нее нет души, то это без этой красоты, вернее, с этой красотой, но куда он зайдет, его примут. Он начнет, когда с ним начнут общаться, все отвернутся, потому что
одной красотой он не может привлечь. И есть и другая ситуация, когда человек просто сдерживается. Бывает так, что внешняя, ну скажем, неказистость или дефекты не мешают яркому человеку увлечь за собой. А бывает ситуация, что и мешает, он не может раскрыться. Поэтому, наверное, думаю, это все две стороны одной медали. Александр Вячеславович, что вы думаете по поводу пластической хирургии все-таки? Есть основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Это принято на Архиерейском соборе. Там, в частности, и об этом говорится. То есть я просто туда отсылаю, чтобы всех интересующихся там очень подробно все сказано. Безусловно, существуют медицинские показания, когда это, если не необходимо, то это нужно, возможно и желательно. Церковь все-таки думает не о внешнем. Хотя именно поэтому в храмах так все красиво. И вот почему самые дорогие облачения обязательно должны быть. Это правда должно быть. Почему позолота, это все символизирует красоту Царства Небесного. Это все символизирует красоту источника красоты истины, то бишь Бога. Это символ, внешний символ, то, что можно видеть. Вот, кстати, возвращаясь к роману, я сейчас смотрел, обратите внимание, считается, что души не видно, ее нельзя изобразить. А дело в том, что что рисует художник? Художник рисует душу, потому что если художник души не рисует, то это фотоаппарат, это просто камера обскура. Художник тем отличается от другого человека, от механической передачи. Ну да, что он передает душу. Что он передает душу. Это значит, это можно передать. Это значит, даже силами чисто внешнего творчества это можно сделать. Красота – это всегда гармония, совершенство, правильное сочетание всего. И мы видим этот мир, мы видим, насколько мир красив. Христианство призывает к источнику этой красоты, который еще более красив, потому что является совокупностью всех совершенств. То, на что не может ответить роман. А как же все-таки жить, что же на самом деле делать? Как сделать так, чтобы именно внутри быть человеку красивым? Потому что действительно, если мы хотим что-то изменить внешне, я так понимаю, проблем больших нет, если это не является выражением каких-то психологических, человеческих проблем или просто действительно логичные, возрастные какие-то изменения, которые просто должны быть, это все вполне естественно сейчас. Посмотрите на образа наших святых. Есть девы святые, они все красивые. Посмотрите, какие иконы. Сама икона красивая и красивый человек. Есть красивый воин Александр Невский, Григорий Богослов, Серафим Саровский. Красивые люди, каждый в своем возрасте, каждый в своем жизненных своих обстоятельствах. Но эта красота не связана с молодостью, не связана с четкими пропорциями. Но если, как говорится, есть какие-то проблемы с этим, то просто есть люди, к которым можно обратиться. Единственное, хотелось бы, конечно, чтобы это действительно было обсуждено с духовником и обсуждено с теми людьми, которые все-таки что-то лучше нас, простых грешных мирских людей, понимают в душе, в сердце, внутри. Тогда можно найти правильное решение. У вас были такие сомневающиеся пациенты? Вы знаете, мне как-то посчастливилось в храме Христа Спасителя побывать, я был приглашен на празднование юбилея журнала «Фома». Легойда, по-моему, там активно. Он главный редактор этого журнала. Активно работает. И более того, после этого, такой был православный, нельзя назвать банкет, а просто угощение. Трапеза. Трапеза, да. В трапезной. И мне выпала честь со многими познакомиться и поговорить. И я никаких сомнений в адрес пластической хирургии от них не услышал. То есть, в лоб не спрашивал, чтобы человек определился. Я не вижу здесь чего-либо, что противоречило. То есть, если Господь вкладывает скальпель в руки хирурга и дает ему возможность исправить то, что каким-то образом сложилось не так, как нужно, значит, на то, на мой взгляд, воля Божья. Просто есть хирурги от Бога, а есть те, которые делают рыбьи губы такие.
и их мастерами никак не назвать. Все нельзя. Это по показаниям. Понимаешь, это правильно говорит. Если есть показания, идет человек навстречу, оперирует. А если это идет, извините, от фантазии каких-то ненормальных. Виктория, простите меня, конечно, за этот вопрос. Вам еще так мало лет, но вот спасибо, вы уже пользовались услугами пластических хирургов каких-нибудь клиник красоты. Вот красота требует работы внешне. Однозначно требует. Вот в чем красота, это выражается? Это расскажите работы о себе, как душой. Это происходит. Сколько часов в неделю вы посвящаете работе над своей внешней красотой? Ну, вообще, чем больше, тем лучше. Так. Не знаю, для меня самое главное – это спортзал. Мне кажется, это не обязательно в молодом возрасте. Не увлекайтесь спортзалом, там женская Почему? Красота остается в спортзале. Я вас должен разочаровать. Так, слушайте, если вот столько времени уходит на Знаете, работу вот, над внешностью... Знаете, все хорошо в мире. Да, поэтому... да, об этом а я говорю. Сколько времени остается для работы какой-то духовной, для своего внутреннего духовного мира? Над ним тоже же все нужно знаете, работать. Главное – желание. Если есть желание работать над собой, то и время всегда найдется. Поэтому... Вы знаете, мне вот еще очень волнует вопрос какого-то смещения возраста, который происходит в настоящее время. У нас появляется инфантилизм, инфантильные мужчины. Это, мне кажется, сейчас вот самая большая проблема, которая есть. И, мужчины, например, вот Чехова я вспоминаю в каком-то рассказе, он пишет, мы вошли в избу, на печи лежала старуха лет 40, да-да. Она отвернулась. Вот что происходит? Ну, это уже к другому специалисту. Почему возраст старения отодвигается? Нет, ну, то есть этим геронтология занимается? Нет, этим занимаются и пластические хирурги, и вообще весь образ жизни. Люди, как только они появились, они задумывались о том, почему жизнь такая краткая. На самом деле очень краткая жизнь. Средняя продолжительность жизни 100 лет тому назад была в среднем там, 28 лет. Как у пещерного человека. То есть 28 лет – это уже старость? Нет, вот как бы вот это средняя продолжительность жизни, вот она и была. Поэтому 40 лет считалось уже старое, супротив 27. Но это вообще 19 век, ведь только начало 20-го. Да. Вот. А с тех пор, как там, лет 200, как люди об этом серьезно задумались, и появилась возможность медицины все время что-то делать, да, средняя продолжительность стала увеличиваться. И сейчас в среднем вот примерно весь мир идет примерно со скоростью 3 месяца в год. За 3 месяца каждый год добавляется средняя продолжительность жизни в развитой стране на 3 месяца. То есть все время идет этот прогресс. И сейчас уже, конечно, 40-летние уже. То есть это не только как бы вот внутреннее здоровье, это и внешнее здоровье. Тут, ну, во-первых, начнем с того, что на самом деле, если разобраться, то кожа как таковая, она сама по себе не стареет. Она отражает состояние организма. И поэтому, когда вы... То есть не бывает старой кожи, это просто какие-то Нет, внутренние сбои в организме. Она бывает старой кожи, но это следствие не старения самой кожи, самих клеток, а отражение самого организма. Просто старение организма проявляется на коже. Ну, другими так вот словами, возраст, как он отодвигается? А так, что мы таким образом как-то отодвигаем старение всего организма, и оно проявляется на лице в том числе. Вот. И это раз. Во-вторых, мы уже, например, понимаем, что старение кожи больше определяется внешними условиями, там, солнечной радиацией, чем-то другим. Вот. И поэтому люди не так фанатично сейчас загорают, подставляются себе. То есть на меня, например, подействовал очень интересный факт. Значит, был шофер, который регулярно в Америке, значит, это более-менее солнечная страна, ездил по одной и той же трассе. И он все время вот сидел в одном и том же месте, и у него за 30 лет, когда он ездил все время, одна половина лица была старая, другая молодая. Ну, относительно, значит, вот разница там существенная. То есть, другими словами, в солнечной радиации значительно сильнее сказывается на старении кожи, чем ее
внутренние там содержания. И вот люди уже более-менее это понимают. И загорать вредно. Да, загорать вредно, это факт, я абсолютно согласен. Загар и большие физические нагрузки, они вредны. Если бы это было по-другому, то наиболее красивые у нас были бы дамы, которые летом укладывают асфальт. У них очень тяжелая работа, и они все время загорают. На свежем воздухе. Загар же ни при чем. Вот, например, Александр Невский в 21 год стал Невским, когда победил в Невской битве. Серафим Саровский, Прохор Машнин, принял монашество в 19 лет. А сейчас что такое для нас 19 лет, 21? Это вообще дети еще. Вот тут загар ни при чем, а что при чем? Какой объем информации ребенок должен сейчас получить? Вы посмотрите, вот детишки там, не знаю, 7-8 лет, они сидят на мобильниках, на этих играх электронных, в компьютерах, и стоит над ними 70-летний дедуля, и не знают, куда ткнуть пальцем. Посмотрите, какую огромную работу проводит мозг, какая огромная нагрузка и так далее. Поэтому, естественно, все это отодвигается. Чтобы получить специальность, раньше учились, я не знаю, там определенное количество лет, а сейчас посмотри, сколько, для того, чтобы стать врачом или стать, не знаю, певцом или так далее. Огромное количество времени нужно. А мы можем говорить о смещении? Вот, например, если для Александра Невского в его эпоху там 21 год, то для нас сегодняшних это там 43, да, грубо можем, говоря. Можем. Вот если мы вспомним понятие «бальзаковский возраст», то это же, думаю, большинство... чуть за 30. Да, 35. А, даже до 35. Это роман «35-летняя женщина» Бальзака, поэтому, вот поэтому бальзаковский возраст и стал... появляться такое понятие. Но это что были за женщины? На самом деле это были женщины, у которых уже нет зубов у всех. У них провисло все, что может провиснуть. Они переставали выходить в свет официально, то есть они уже не блистали. И вот это был такой, что ли, период 35 лет, когда, ну, скажем, заканчивается светская жизнь. Ну, даже такая, как женская, что ли, доля. Я вот согласен с вами, помните, бедная Лиза, когда описывали ее маму, ее мать, разбитая старуха 40 лет. Это такое восприятие, и я думаю, это не просто условия жизни, условия здравоохранения, условия питания, ухода за собой, они вот так быстро ускоряли, что ли, старение нашего тела, и внешний вид страдал. А сейчас 35-летняя женщина, это вообще, она от девушки зачастую не отличается. Очень трудно разобрать, где мама, где дочь. То есть они выглядят почти одинаково. Угу. Бывает наоборот, мама гораздо лучше, чем дочь. А если говорить о мужском инфантилизме, это все те же причины, получается? Увеличение... Это зрелость личности. Да, это... Мы прежде всего всегда говорили о внешней красоте, о молодости тела, да, где можно там спорт, медицина, все что угодно можно. Да? Да, но мы же все время забываем говорить о красоте душевной. А дело в том, что если говорить простым языком, вот косметолог, если человек напрягает одни и те же мышцы, то в лице, да, то у него там появляются морщины, какие-то обвислости или еще что-то. Правильно я говорю? Ну, я по поводу напряжения мышц не стал бы это связывать. Скорее. Я имею в виду вообще, ну, вот как бы старение. Если человек злой, да, вот это сжатые губы. Это все равно все отражается. То есть прав Оскар Уайльд. Видите, то, как? Я прошу прощения, я поймал уважаемую оппонентку на фразе «сжатые губы, значит, человек злой». Нет, узкие губы от природы – это одно. Я имею в виду мышечную форму. Не саму, ну хорошо, ну сжал губы, человек губы, но от этого хуже не стал. Но мы воспринимаем так, вот как раз мы об этом я говорим. Я просто хотел договорить. Ой, прошу прощения. Это все внешне. Но мы все время... Там-то ведь что произошло? Он когда вообще задумался о своем портрете, когда он был молодой, инфантильный, он испугался старости, он испугался болезни, немощности. Большинство людей этого боятся. Подростки вообще боятся, они говорят, что никогда не наступит. Ну, то есть это нормально, бояться этого. Это нормально, этого. Да, да. И но как хорошо, человек... что есть пластические хирурги, к которым можно прибежать и все сделать. Да, правда? Но потом начинает зрелость
личности, она растет, человек зреет, он начинает переосмысливать жизнь, он по-другому рассматривает свое тело, для него становятся другие ценности. И он уже не боится. Вы говорите, простите, о формировании личности, да? Да, да. А этим и занимается, между прочим, церковь. Ну, и поэтому люди воцеркленные, и настоящие подлинные христиане, которых практически мало, как сказал Брянчанинов Игнатий, что если на всей земле найдется 15 настоящих христиан, это уже победа. Все грешники. Но, тем не менее, в лоне церкви как бы человеку внушается мысль, и она, между прочим, правильная. Он готовится к смерти сразу, он ее не боится. Настоящий, подлинный верующий. Uh-huh. Да? Если вы вспомните нашу литературу, рассказы каких писателей, да, когда там старик говорит, сегодня буду умирать. Uh-huh. И после обеда лег, скрестил руки и тихонечко умер себе, и все, uh-huh. спокойно ушел. Uh-huh. Атеисты боятся смерти, там есть причины. Но это вообще это отдельная тема, очень серьезная. Ну, актеру, как Станиславский учил, да, определите сверхзадачу. Не задачу короткую на сегодняшний день, а вообще сверхзадачу. Вообще, для чего человек живет? Есть одна точка зрения, здесь есть другая точка зрения. Но самое главное все-таки вот это гармония. Гармония. Вот о чем Бенвенут Челлини говорил, о чем Толстой говорит. Валерий Константинович, я хочу вас поздравить, потому что этот год для вас юбилейный, у вас двойной юбилей, но на сцене полвека. И сейчас я хочу сказать, что думаю, 60 лет на сцену Малого театра выходит народная артистка РСФСР Лилия Витальевна Юдина, ваша коллега. И в этом году она участвует в премьерном спектакле. Ты скажи, сколько ей лет? А я даже уже и боюсь произнести это. Далеко за 80? 85. Прекрасный. И как вы думаете, там какое-то вот мастерство хирурга или это нет, какое-то? Ну, вы знаете, я не берусь вот так легкие раздавать, но даже если там есть какое-то участие хирурга, я тоже ничего здесь не вижу плохого. Если уж на то пошло, то, наверное, у нас трудно найти человека, у которого нет какого-то зуба имплантированного или пломбы в зубе. И у нас это... Есть, да? Нет. В смысле, такой человек есть. Это большая удача. Дело в том, что мы зачастую теряем зубы очень рано, и это не вызывает. Они же ведь носят исключительно эстетически. Нам зубы, в принципе, не нужны. Мы можем... Я вам говорю... Только... Вообще, вот это вот уникальный случай в 95 играть на сцене главного театра страны, прекрасно выглядеть. 85. А я что сказал? 95. Это пожелание. Это оговорка? Нет, я просто очень люблю Галину Львовну Коновалову, с которой мы сделали отдельную передачу. В возрасте 97 лет она выходит на сцену Вахтанговского театра. А Николай Александрович Аненков в 100 лет выходил на сцену Малого театра. Еремеева, да. Но Коновалова, она сохранила, помимо всего прочего, еще и мозги, извини, что просто потрясающе. Она все-таки дело, живой, наверное, в другом, человек. Вот в каком-то внутреннем стержне, в каком-то, вот, может быть, божественном одухотворении. Это личность. Личность и плюс сохраненные... Головной мозг, который все время надо сохранять. Приходится тренировать, языки учить, всегда об этом. По-моему, консилиум уверенно подходит к заключению о необходимости баланса. То есть в человеке все должно быть прекрасно, да? И душа, и лицо, и руки. Знает, и мысли, кстати. Сказал классик. Да. Замечательное высказывание Чехова, и Лилия Витальевна Юдина только мне раскрыла секрет своей молодости и красоты. Давайте посмотрим. Я никогда ничего не делаю, не занимаюсь никакими косметиками, никакими диетами, и все это в театре прекрасно знают. Просто, по-видимому, мне дал Бог и дали мне мои родители. У меня очень моложавые мамы и папы, понимаете? И потом мы все очень такие люди движения. У нас нет такого застойного чего-то такого. Знаете, вот я, например, не знаю, что такое лежать, отдыхать. Я не знаю, я люблю двигаться, люблю что-то делать для других и все время находиться вот в этом действии. Может быть, поэтому вот так. Ну, а в общем-то, это дается от природы, так сказать, Богом и родителями. Правду сказала? Она сказала абсолютную правду. Я тебе скажу интимно, что
Это моя партнерша по многим спектаклям. Когда-то мы играли, я Чацкого играла, она Софию играла. У нас небольшая разница в возрасте есть, но в театре это не очень заметно. Но это человек, которого, ну, сейчас называют Лиль Витальевной, потому что уже как-то... Не... Но мы вот, мы, это Лилька. Лилька, Люлёк мы ее зовем, и все. И она соответствует этому. Она очень легкий человек. Вот сколько я ее... Я, слава богу, больше 50 лет ее знаю. Она вот даже в неприятностях, она может опечалиться, все. Но это очень коротко. И от этого она и светится все время. Она это прям заряжает какой-то энергетикой. Ни к одному, ни пластическому хирургу, она никогда не обращалась. Кстати, как, ну, насколько я знаю, Быстрицкая. Это вот они умеют как-то сохранить это другими способами. А если бы обратились, это бы как бы... Ну, наверное, было бы еще лучше. Я знаю, обращалась или нет, но случаи бывают разные. Меня как-то напротив меня сидит пациентка, мы с ней беседуем, и она говорит: «Ой, я же никогда не делала пластических операций, в жизни никогда». Я так это останавливаюсь, говорю: «Подождите, я лично вам сделал пластику верхних век, нижних век, пластику лба в течение 5 лет, пластику подбородка, шеи, молочных желез, липосакции тела». Она говорит: «Ой, и правда, я забыла». Поэтому, более того, есть и другая сторона вопроса, когда я спрашиваю, допустим: «А вот вы делали пластическую операцию?» Она, пациент говорит: «А вы что, не видите?» Я говорю: «Ну нет, не вижу». «Ну вы же меня сами оперировали». «Ну я не вижу, что у вас была пластическая операция». То есть нет признаков, которые бы об этом говорили. Вижу нормальное состояние лица. Если сделана операция, подкорректирована, гармонично, ложится все это на личность человека, позволяет ему оставаться молодым и чувствовать себя. И вот посмотрите, мы видели, то есть человек, у него остается душа молодой. И это прекрасно. На самом деле мне с вами так интересно, и хотелось бы обсуждать и обсуждать такую важную и лично для меня тему, но время нашего эфира подходит к концу, и поэтому я хочу, чтобы в заключении каждый из нас сказал вот короткий вывод, чему сегодня учит нас гениальный классический роман Оскара Уайльда, и какие уроки мы извлекли из сегодняшней передачи. Виктория. Ну, как уже было сказано не раз, у нас нет этого портрета, да, который будет отображать все минусы, да, нашей жизни и нашего душевного состояния, поэтому давайте жить в гармонии с собой и дарить любовь и радость окружающему миру. Валерий Борисович. Я хотел сказать, что недалеко то время, когда действительно люди перестанут стареть, и задача уже не только геронтологов, а всех духовников довести людей до этого состояния, чтобы они соответствовали этому состоянию, постоянно быть молодыми, красивыми, умными и сильными. Я не знаю, как, что еще там у людей существенного изменяется в процессе старения, но я думаю, что это большая работа для всех на самом деле. Это не просто вот одни геронтологи все решают, и все изменится. Замечательно. Наталья Евгеньевна. Я немножко пессимистично скажу. Есть такое стихотворение, там фраза: «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны». Поэтому люди нужны всякие. И молодые, и старые, и красивые, и некрасивые. Александр Вячеславович. Я, с вашего позволения, скажу словами Бальмонта. «Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа». Замечательно. Валерий Константинович. Ну, я как попугай повторюсь еще раз, что самое главное – гармония. Баланс. Баланс, да. И, как ни странно, закончу словами вашего коллеги, знаменитого врача, доктора Газа. Мне кажется, это рецепт. Спешите делать добро. И будет гармония, и будет хорошее лицо, и будет хорошо, спокойно на душе. Мне кажется, что в этом все дело. Игорь Валентинович. Ну, вы знаете, я согласен со всеми присутствующими. Мне уж тут все самые мудрые мысли, они высказаны. Но я хотел бы подчеркнуть, что вот в этом романе здесь показано то, что полученная красота, она не была отдана людям, она не возвращена в виде добра.
И поэтому герой и не получил той радости от духотворения, которое бы мог получить, вот, используя свою красоту, здоровье, талант. Спасибо вам большое. Это финал нашей программы. И в заключение финал фильма «Портрет Дориана Грея. Центральное телевидение. 1968 год. И еще раз на экране неподражаемый, неувидаемый Валерий Бабятинский. Довольно я терпел тебя. Пусть ты моя совесть, но я тебя уничтожу.